команда, представьте, пожалуйста. Олег, капитан команды Ливерпуль. Как игра? Выиграли, вышли в плей-офф? Ну, это самое главное. Ставили ту задачу, с ней справились. Ребята все сегодня бежали хорошо. Сегодня у нас был насыщенный центр. Чуть-чуть новые игроки приходят. Ну и много старых, костяк команды. Я думаю, что залог успеха команды, это, наверное, потому что мы все друзья. И уже понимаем с полуслова. Поэтому это самое главное, на самом деле, командная игра. По сопернику ничего не могу сказать, наверное, поэтому они проиграли, они команды не были. А так, всем спасибо за матч. Спасибо свою большое, команду удачи. Обнимаю. Удачи, спасибо.